Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, мы продолжаем проходить игру под названием «Невероятно» или же «Суперсемейка», и сегодня у нас второй уровень под названием «Дотянуться до горизонта», вроде как-то так. И, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, после ставеков сразу же новая серия выходит. Итак, сейчас мы будем пролить за эластику, и вот она, короче, и будем сейчас играть. Да. Уровень будет уже чуть другой, потому что, блин, другой персонаж, и у каждого персонажа здесь будут свои способности. Ага, вот значит, что надо нажимать, окей. Не знал. Хочешь убрать этих парней с дороги? Нажимай эту кнопку, чтобы хватать их издалека. Ага. Так. А, блин, я же мог просто докинуть одного к другому. Так. Полицейский вертолетик. Завтра с утра будет не разо... Кстати, на этом уровне 4 контрольных точки. Так. Может быть, здесь где-то, кстати, бонус есть. А разве нет? Окей, я. Да блин. Что-то вообще фиговенько. Ладно, идем. И теперь Д, окей, нанести суперудар. Куда теперь идти? А, окей. Я думал, что я умру, если сюда прыгну, честно говоря. Ой, я увидел водителя, кстати. Этого вертолетика. Может, бонус есть? Бонусы, и вы где? Так, как вас там захватывать? На R, да? Так, бросай бандитов в дверь склада, окей. На R вроде. Вроде как на R. А, отлично. Эй! Я его взял, подобрал. Так. Отлично. О, я помню этот момент. Я его... А, вот, кстати, ребята, бонус. Отлично. Но он, кстати, как-то не спрятан даже, не знаю. Но было такое, что я его тоже не замечал. Ой, не, слишком хороший большой удар был нанесен. Так, здесь есть у нас, кстати, аптечки разные. Опа. Ну и первые сложные уровни. Точнее, даже не уровни. Отлично, подсказка, которой нет. А подсказка в чем заключается? А в том, что нам нужно зацепиться за эту штуку. Так. Так, надеюсь, я смогу. Так, отлично. Давай. О, отлично, я смог. Так, даже не вижу эту лампу. Отлично, с первой попытки вроде как прошел. Там нет бонуса никакого. Нет, бонуса никакого нет, отлично. Так, раз, два и три. Кстати, вроде как-то даже не так уж и сложно управлять за эластику. Ай. Да, прикольно, потому что она такая длинная, как этот из... Невероятной четверки. Или как ее там зовут. Так. Я хочу друг в друга вас кинуть, ребята. А что делать-то? В чем-то подвох? Нет, никакого подвоха вроде как нет. Скорее всего, вас просто надо прибить всех. Да, надо было прибить и сейчас зацепиться за вертолетик. Окей, ну блин, почему подсказок некоторых просто нету? Что такое? Просто нет подсказок. Так, ракеты и отлично. Так, R. Ой, точнее E. Отлично.
Идем дальше. Так. Бросаю бандитов в генератор. А, это уже было. Такое уже было. Отлично. А, мы его еще не сломали даже, окей. Давай еще раз. Блин, что-то вообще. А, можно не бандитов кидать, а пушку. А эти. Как они называются? Патроны. Да, патроны можно кидать, в принципе. Так. Опять. Да, давайте реально патроны лучше кидать. Так. А, нет, нет смысла даже. Давай. Хорошо, что они так быстро сюда приходят. Так. Идем дальше. Отлично, он прям так сиял, и не заметить его было очень сложно. Так, контрольная точка. О, вот здесь вот у нас будет сложно, насколько я помню. Да, это, походу, тот момент. Вроде это то. Или еще не то. Но тут где-то очень сложно должно быть. Так, отлично. Эй, что оно не показалось? Не выделилось, точнее. Давай, появляйтесь быстрее. Что-то медленно вообще прям все происходит. Сколько мы уже проходим? Отлично, нашел. До свидания. Ой-ой-ой-ой, чуть не упал. Сейчас можем зацепиться вроде как. Ой. Было больно. Офигеть. Блин. Ой. Ой-ой. Окей, я не знал, что так будет, честно говоря. Хорошо, что они быстро приходят. Прям все очень быстро только что пришли. Это очень хорошо. Надо будет музыку, кстати, все-таки погромче сделать, а то что-то вообще ее не слышно. Ну и... Так. И ты полетишь тоже. Так, теперь надо медленнее работать, потому что... Все сейчас будет фиговенько тогда. Так, я вас понял. А, окей, я понял. Все, теперь быстрее. Все, да-да-да. Ну и, чё не выделяешься? Так. Ну выделяйся, лампочка. Почему она не выделяется? Ура! Так. Наконец-то. Так, теперь нам нужно за него захватить. Держись крепче. Так. А, отлично. Так, последняя контрольная точка. И вот, ребята, самое вроде как сложное на этом уровне. Давайте попробуем. Так, отлично. ХП мне не надо. Так, этого чувака надо прибить. Так, что сейчас надо делать? Сейчас надо будет очень даже сложненько. Нам будет. Здесь можно просто обходить, это я очень хорошо помню. А, окей, не то сделал. Вот этот момент я проходил очень долго, когда вот пытался играть. Недавно, кстати, ну не так, ну как недавно, год назад я пытался поиграть в эту игру. Ну, чуть-чуть там, два уровня прошел, первый и второй. Давай, зацепись. Ну, где этот... Отлично, блин, надо было прыгать, походу, все это время. Так, отлично. А, здесь нет даже смысла драться, потому что я с первой попытки точно уж не пройду, я это знаю. А тут драка длинная. Вот это вот, короче, это очень сложно пройти. Что я не смог сразу же зацепиться. Опа! Смог.
Офигеть! Серьезно! Серьезно! С первой попытки! Я раз... Серьезно, раз 10 не мог это пройти первый раз. Ну, не первый раз, в прошлом году. И еще вот давно, когда играл, я не смог, я не знаю, раз 10 пройти вот этот момент. А сейчас это оказалось очень легко. Блин, я не знаю, что произошло, но... Офигеть! За... Первая попытка. За первую попытку смог пройти. А тогда я не мог это пройти очень долго. Ладно, друзья, думаю, вы меня поняли. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик. Добавляйте меня, друзья, ВКонтакте. Ставьте лайки. После 100 лайков сразу же выходит новая серия. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребята. И всем пока-пока. И, блин, реально было круто. Кто ждет продолжения, пишите в комментариях. Всем удачи.